Гэвин Андерсон твитнул о новом проекте, над которым он работает. По словам CoinTelegraph, бывший ведущий биткоин-разработчик ищет бета-тестеров для проекта RandomSanity. Он работает как система верификации, которая сообщает пользователю, являются ли рандомные байты верными или неверными. Андерсон работает над этим проектом более 6 месяцев. По завершении, заявляет разработчик, он не намерен превращать его в прибыльный проект.